Вы должны помнить, что пояс – это не только ваша борьба, еще и ваше состояние головы. То есть, как вы видите джиу-джитсу. Чем старше пояс, чем вы должны видеть не борьбу, а именно джиу-джитсу. Борьба и джиу-джитсу, я всегда говорил, отличаются друг от друга. Джиу-джитсу – это есть часть борьбы. Но некоторые ребята, даже в черных поясах, я знаю, что они умеют хорошо бороться. Но у них нету джиу-джитсу. А для нас в жизни самое главное, чтобы у вас было джиу-джитсу. Чтобы вы... Что такое, в моем понимании, джиу-джитсу? Это когда вы мягко можете защищать гард, вы можете закрывать треугольники и умеете из любых позиций бороться. Вот недавно буквально чемпионат мира был, ACB. Я, Вова и Джимми разговаривали. Приехали ребята из Бразилии, черные пояса, топового уровня. Наши ребята выиграли у них. Но что я заметил? Что бразильцы, у них вот джиу-джитсу, у которых есть, попали они в Deep Half Guard, борются с Deep Half Guard. Попали они там Делариво, борются с Делариво. Спайдер, спайдер. Стойка, стойки борются. Сверху, сверху борются. Они не выбирают гард, которым они должны бороться. Как наши ребята, мне кажется, что многие просто умеют 1-2 гарда и всегда тебя тащут именно в этот гард и начинают тебя оттуда бороться. Да, возможно, они у тебя оттуда выигрывают, потому что ты ошибся, запустил их в свой любимый гард, который им нужна была. У бразильцев такого нету. Вот это есть как раз джиу-джитсу, это есть настоящий черный пояс, который умеет бороться везде. В стойке, в партере, сверху, снизу, в спайдере, в вормгарде и так далее. Болевые на ноги умеет, верхняя часть тела умеет работать, а не так, чтобы только болевые на ноги делает. Защищать умеет каждую позицию болевые на ноги. В моем понимании и в Джимми понимании именно профессоры бразильского джиу-джитсу, это вот они такие. И поэтому мы учимся у них, как раз у родоначальников именно этого джиу-джитсу, чтобы наши ребята, наши черные пояса, также боролись, как они.